5 человек пострадали сегодня ночью в результате массовой аварии на МКАД в районе 23-го километра. На внешней стороне столкнулись сразу 5 автомобилей. От удара машины разбросало по проезжей части. Две из них оказались на встречной полосе. Для эвакуации одного из пострадавших, который получил тяжелые травмы, был вызван медицинский вертолет. Пока на месте работали полицейские и врачи, движение в районе ДТП было затруднено. Причины аварии сейчас выясняются.